Без воды остались 30 домов. Крупная коммунальная авария произошла в районе улицы Емлина. Прорвало трубу с холодной водой. ЧП произошло в районе дома номер 1 по проспекту Ильича. Ранним утром потоки воды хлынули по улице Емлина. Работники водоканала сразу же приступили к устранению аварии. Без воды остались десятки многоквартирных домов. Под отключение также попал детский сад, расположенный в данном микрорайоне. Работу планируют завершить в ближайшее время. В случае необходимости для жителей домов будет организован подвоз питьевой воды. Коммунальные аварии сегодня стали поводом для обсуждения в администрации города. Помимо улицы Емлина, порывы на сетях зафиксированы в районе 20-й школы на Магнитке и на улице Мира в поселке Самстрой. Понятно, что износ сетей достаточно серьезный у нас в городском округе. Это не только на территории городского округа, это в целом у нас по Свердловской области ситуация достаточно такая. Поэтому мы на сегодняшний день, конечно, разрабатываем программу по реконструкции сетей, в первую очередь там магистральные сети, которые планируют в части теплоснабжения, в части водоснабжения.